Вот, опять два Огрина. Что? Дарктайд, два Огрина, два Ветерана. Наши любимые. Готовы, что Да, ли? всем привет. Я бы чеса дичь. Message to a mid-system listening post. Even for our day to day, this is a bit unusual. But you know the price of failure. Знаешь, это мирная тарелка. Понял? Ее нужно не захватить, а разрубить. Она прямо так и говорит. Чоп, пис, диш. Our девайс и скорее, да? Да, Я да, буду, да. как там, я буду писать тебе письма, да? I'm root about you, по-моему, так. I'm root about you. Ваш кролик написал. А тебя опять нету. Ну, я еще гружусь, видимо, да. Ну что, поехали. У меня почему-то первая загрузка длинная. Ну, это все ХДД. Верно, да. Надо место освободить на NVMe, все-таки перенести игру. Да не, я просто сейчас хочу купить на 2 терабайта прям чисто вот игры NVMe-шку, да и все. Как мать обновлю. Че вообще от хардов уйти? Чисто сетевое хранилище оставить, знаешь, в этом, в рейде. Дублировали друг друга. Дублировали, да не выдублировали. Ну. Сделать их в рейд Shadows Legends. А, вот это. Да. Позы Эмперор! О, нашего Огрина жрут. А второй стоит просто и смотрит. У тебя размытие в движении включено или ты выключаешь? Я выключаю, мне не нравится. Слушай, у нас Огрин сломался. Застрял? Нет. Просто стоит, ничего не делает. Он поднял щит и стоит. Не, нормально все. Не, он уже сейчас, да, уже начал бегать. Но до этого он... Да. Ну,
Я меня снайпер прошил. Немецкий снайпер пристрелил тебя, да? Ну. Где он там? Ну, здорово, да? Ну, ладно, все, отходи. Тут можно, да, хорошо. А эти, видимо, не знают о том, что надо комарады держать при себе, да? Убежали и забыли. Так, тебе патроны не нужны? Я забирал. Если находишь. Ну ты смотри, там желтые, красные. Вот я смотрю, у тебя желтые, поэтому я тебя спросил. Ну, вроде... Вот еще, нормально. Кстати. Угу. Пустые ящики, блин. When the next skirmish starts, you follow my lead, like soldiers, got it? Черт. У меня захватили в сетку. Давайте посмотрим, кто у нас там. У нас, видимо, пара огринов, которые друг друга прикрывают. Ну, то есть, как мы с тобой. Тридцатник и 22. По два ситка. О, туго патронов нет. Их обычно всегда двое, да? Да. Учитель и ученик. Да. Йода и Скайуокер. О, ну здравствуйте. Кто там бегает? От Роди Хаоса. Да ёб твою мать, зажали меня.
our side, Ogryn. Infiltration vector sighted! Fire and drugs. Чуть весело. Там типа гниение скорее, но не важно. Твоя версия тоже хорошая. Я так и знал, что эта тварь за мной охотится. Сюда больше не вернемся в этот зал. Просто такой, да. Medical station. Тебе пригодится, да. Стрелок, блин, отходи. У тебя патроны стоят. Нет, есть, но я их экономлю. И не отходи от команды, а то ты уже убежал, блин. Теперь патронов бы, да. Почему не сработал мой оживляющий крик? Потому что он не припал, а в этой сетке. Просто он огрен, он немножко глуховат, да? Не-не-не, потому что... Теперь у меня 7 патронов осталось. Кто там, блин? Он, лечись, Икс. Да я пока еще держусь. Лечись давай, мы сюда уже уходим отсюда, короче. Ты уже не держишься, блин. Все, уходим. Там еще был заряд, да? Все, супер. Даже достали. Вот, сейчас с патронами туговато. 2 патрона застрелиться.
блядь. У собак воет, а? Сейчас будут за яйца клад-склад делать. Да, да, да. Вот это убивание. Решила, как зараза. Блин, я шифта нажал. Черт побери. Хотя душат. Ты принес себя в жертву. Да бля, я не хотел. Огры тупые. Ну ты знаешь, она тебя душила, а мы ее били. Поэтому ты принес себя в жертву императору. Так не добили же. Как вроде убили, нет? Нет, она просто ушла. Она, ну, раньше было так, что нет, она там двух забирала. Теперь они с новой этой самой апдейтом сделали, что она одного же забирает. И вот, собственно, вы ее немножко покрутили, но не успели, она забрала меня. Понял. Хочется что-то такое написать. Ну ладно. Надеюсь, они сами понимают. У нее прям совсем чуть-чуть оставалось. Да, не в этом фишка, как бы. Конечно, Diamond Hot приятно, но, блин. Пошел бы и сам вошел в этот самый. Это на меня все свалилось. И как бы я бы еще, может, побегал бы вокруг, но, блин, у меня этот Steam Overlay включился. Шифтер. Я понял, да. Собаки. Обидно просто получилось. Я вот знаешь, чего не пойму? Когда стреляешь через своих чуваков, а Friendly Fire нет, но патроны-то сквозь них не пролетают. Да я не понимаю тоже. А то огры такие здоровые. Да-да-да, согласен. Благодарить не буду. Зато патроны есть. Да. Добрые еретики. Хайситы дают патроны каждому пленному. А, здесь надо
включить генератор или что там. Прощик данных. Заберу и не буду стесняться. Where is the damn Molly? Ура, патроны. Живем. Ёпта, ты только прицелился. Да что такое? Эти сбер-пулеметчики не выйти. Никак не могу в них. Что? Сбер-пулеметчики? Ну да, ну сабер-пулеметчики. Или кто там, я... Сбер-пулеметчики. Раздают кредиты доверия. Ход. Да забирай, блин. Вот это у тебя... А, у тебя чемоданы есть. Кинь чемоданы. Точно. Мне кидать здесь? Да вот здесь прям накидай, да. Это ты верно подметил. Я даже не заметил, что у меня чемодан появился. Ходим, нечего там делать. Взрыв и конец. Еще и корабль, да, взорвался? Угу. Где бы того? Какой так? Нервный, да? Да. Ну что ж, дорогие товарищи, продолжаем смотреть Dark Tide. Лайки, подписки, шары. Если нравится вам, это будет
полезно, нам это будет приятно. Вот. И, собственно, пятничный стрим продолжается. Товарищ Хикс подтвердит. Yes, of course. Благословенный нетерпимый, стать бичом небесным во имени Бога Императора. Да, император хранит. Убивай во имя Императора. Однозначно.